Yeah. Underground окраин. Обитель зла. Йоу. Массы из пластмассы, маскарад и маски, черные, красные, все не поделят город газовый. Где найти работу, чтобы тебя не кинули те или эти, ну, зажратые пидоры. Парижно-фуфлыжные топят ближнего, выживают как могут, обсирая нижнего. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. В общем вагоне я, как все, пассажир. Наверное, не того рейса, без набитого кейса, а то друзей бы было бы сразу тысяч так 200. По-прежнему бунтуем, за свое накатывая, кошмарим, травимся от жизни пиздатой. Козыря в рукаве, тёлки, бабки, тачки, шкуры продажные, будто въебался в жвачку. За чё страдали предки, как тигры в клетке. Рабочий русский народ все-таки крепкий. Я зарабатываю руками, ничего не толкаю, тем более на своих, впадлу колотить лямы. Считаю это блядство, мы их всех конченными. Это пинок под жопу с трона, ваше высочество. Тут жизнь не устроить по блату, тут жизнь такая, как у тебя зарплата. Тут таких, как я, почему-то называют гадами, а я многое понял с годами и не унываю. Тут жизнь не устроить по блату, тут жизнь такая, как у тебя зарплата. Тут таких, как я, почему-то называют гадами, а я многое понял с годами и не унываю. И когда я тут каждому рад, этот мир не без добра. Жаль, что для этого мне нужно пичкать себя медленный яд. Так уже повелось в этой деревне, если не копаешь землю, не гнешь железо, ты бездельник. И кому тут нужно весь этот рэп ваш? Мы тут пока не спустились с гор на Урале. Нас тут окружает Самара, Казахстан, Уфа, тут тоже рядом, тут разные взгляды. Тут город рекой на две части, тут Евразия два края. Белые мосты и черные зоны в черте города. Дай бог, пока стороной колючая проволока. Да и так вроде все спокойно в Багдаде, где я нарушаю, а может штраф, максимум условка. Если только не новые законы или эти антенны по всему городу, за кого голосуют мертвые души многомиллионные. Так-то много вопросов, жаль, нет обратной связи. Как мне там лучше называть-то вас, хозяева? Ваш мир нужно вывернуть наизнанку, чтобы здесь было достоинство, любовь, созидание. Но сначала придется вывернуть ваши карманы, чтобы дать людям бесплатное жилье, заводы и образование, знания которых достойны человечества, а не стада. А не стада, блять. Тут жизнь не устроить по блату, тут жизнь такая, как у тебя зарплата. Тут таких, как я, почему-то называют гадами, а я многое понял с годами и не унываю. Тут жизнь не устроить по блату, тут жизнь такая, как у тебя зарплата. Тут таких, как я, почему-то называют гадами, а я многое понял с годами и не унываю.